«Жигули Баскет» стартовал в Тольятти. Открытый городской детский фестиваль баскетбола проходит уже в 10-й раз. В течение 4 дней за звание лучших будут бороться 34 команды из 14 городов России. Впервые в Автоград приехали спортсмены из Москвы, Уфы, Новосибирска и Старого Оскола. Честь Самарской области на фестивале защищают команды из областного центра, Сызрани и Тольятти. Турнир проводится в 4 возрастных группах. Детский спорт в России жив, что у нас есть перспектива новых побед, новых свершений на Олимпиадах, на чемпионатах мира. И мы рассчитываем, что и в Тольятти, и в Самарской области, и в России в целом это будет продолжаться. И как можно больше детей будут заниматься спортом, будут вести активный, здоровый образ жизни.